Бедные фабриканты не отстали от своих родителей. Очень хочется пригласить сюда нашу гордость и украшение наших выпускников и наградить их грамотами. Итак, награждается ученица 4 класса школы интеграции Дарбишева Хадижат за отличную учебу, примерное поведение, за упорство в достижении цели, за волю к победе и умение находить правильное решение, за активное участие в жизни школы и класса. Поздравляю! Награждается Кулаков Иван за отличную учебу, примерное поведение, за добросовестное отношение к учебному процессу, за смелость, оптимизм, упорство в достижении цели, за волю к победе и умение находить правильное решение, за активное участие в жизни школы и класса. Награждается Назарова София за отличную учебу, примерное поведение, за доброту, внимание к людям, за умение дружить, за творческие способности, активное участие в жизни класса. Награждается Акаева Айман. Переодевается. Ладно, попозже награжу обязательно. Победкина Александра. Я так понимаю, они тоже вместе готовятся к следующему номеру, поэтому это все уже попозже. Егоров Кирилл. За отличную учебу, примерное поведение, за упорство в достижении цели, за волю к победе и умение находить правильное решение, за активное участие в жизни школы и класса. Поздравляю тебя. Награждается Зарубин Павел за хорошую учебу, стремление учиться лучше и умение не унывать в трудной ситуации, за активное участие в жизни школы. Награждается Овчаренко Николай за добросовестное отношение к учебному процессу, за стремление учиться лучше, за упорство в достижении цели, за активное участие в жизни класса. Награждается Гагиев Тимур за стремление учиться лучше, за любознательность, за внимание, упорство в достижении цели, за активное участие в жизни класса и школы. Девочки наши пришли. Так, Победкина Александра награждается за хорошую учебу, примерное поведение, за оптимизм, упорство в достижении цели, за волю к победе и умение находить правильное решение, личностные, творческие способности, активное участие в жизни класса и школы. Награждается Акаева Айман за хорошую учебу, примерное поведение, за оптимизм, упорство в достижении цели, за волю к победе и умение находить всегда правильное решение, активное участие в жизни класса и школы. И еще одну минуточку. Знаете, так разволновалась, когда были поздравления родителям, что, конечно же, ну, прошу прощения, вот настолько волнение взяло верх, что только потом сообразила, что самое главное, кто мне, конечно, помогал, все эти 4 года это был наш родительский комитет. Спасибо большое. Надежда Георгиевна, Евгений Павлович, можно мне вам руки? Спасибо. Начальной школы. Для тебя все поздравления, этот день и этот праздник, звездный час, без сомнения. Пусть учеба дарит пользу и найдутся увлечения. Пусть каникулы приносят отдых, радость, развлечения. Выпускник начальной школы. Это радостно, почетно. Все в порядке, жизнь прекрасна и по силам что угодно. Устремление учиться будет с каждым днем сильнее. Пожелаем вам сдружиться и вперед смотреть смелее. Выпускник начальной школы, есть сегодня чем гордиться. С
чем поздравить в школе, дома и приятно удивиться. Пусть в стране полезны знания, будет очень интересно, увлекательно, забавно, ярко, весело, чудесно. Выпускник начальной школы стал увереннее, смелее, все серьезнее и умнее, с каждым новым днем взрослее. Поздравляем, это праздник. Восклицаем хором «Браво!». Пусть каникулы подарят встречи, радости, забавы. Внимание! Сейчас наступает важный момент. Вы должны дать клятву пятиклассника. Все готовы? Да, оставайтесь. Итак, вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом своих товарищей, фабрикантов, перед лицом родителей мучеников, торжественно клянусь, у доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже самого трудного. Клянусь! Не доводить учителей до температуры кипения 100 градусов. Клянусь! Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорости 60 км в час при передвижении по школьным коридорам. Клянусь! Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные знания. Клянусь! Быть достойными своих учителей и родителей. Клянусь! Thank you.
день школьный звонок.